для тебя, как для блокирующего, какой момент был более ценным? Когда ты в первом сете после блока подстраховал, прям с пола достал, или во втором, когда на Полетаева пас через всю площадку отдал, а тот забил? Это прям глубокий вопрос, на самом деле. У нас, ну, что касается меня, то для меня, в принципе, быть на площадке – это ценно. Неважно, что происходит, то есть я погружаюсь, ну, как медитация, да, можно сказать. Вот, поэтому неважно, что я делаю, там, подбиваю мяч, блокирую, нападаю, там, подачу подаю. Мне абсолютно не важно, мне главное, что я это делаю, и я получаю от этого удовольствие. Мне кажется, это самое важное. Сегодня от игры на 100% удовольствие получил? Ну, наверное, да. Мне кажется, с Кобзарем вы вот в третьем сете прям вообще нашли какое-то такое супер взаимодействие. Впиливали гвозди один за другим. Я бы так не сказал, наоборот. Нет, понятное дело, то есть нам нужно искать взаимодействие, но еще не до конца. Есть какие-то там нюансы, которые, ну, то я как-то что-то неправильно делаю, мне приходится исправлять. Ну, то есть мы, то есть, набираем по ходу турнира. Я надеюсь, меня наберем. Понял. В Питере ты говорил, что еще не полностью готов. Нет, физически сейчас. Да, сейчас все нормально, прям по полной программе можно играть. Да, хочу, да, набрать свою форму и показать, что я могу. Понял. Спасибо.